Hi guys, Tanya is here, and today we continue our process of education. And I want to give you a very useful phrase which is frequently used in your daily life. The phrase which you may hear from different people, but maybe don't know how to translate. It is the phrase be or get used to something, or be or get used to doing something. The phrase can be translated as привыкнуть к чему-либо, привыкнуть делать что-либо. The phrase is very easy, and I will show you how to apply it in your speech. Okay, let's start. The phrase be or get used to something, or be or get used to doing something, can be translated as привыкнуть к чему-либо, привыкнуть делать что-либо. So let's take the first one. Давайте первое возьмем. Привыкнуть к чему-либо. This phrase shows that something has become a common thing or frequently used. Фраза показывает, что что-то было стало общепринятой вещью и часто используется. For example, humanity is used to the internet and mobile phones. Человечество привыкло к интернету и мобильному телефону. Красным цветом специально выделяю структуру фразы. Вы видите здесь is, да, used to и плюс интернет слово, то есть вместо something мы поставили здесь существительное. More examples. Children are used to monstrous toys. They are not afraid of them anymore. Дети привыкли к страшным игрушкам. Они больше их не боятся. Тоже мы видим структуру фразы. Здесь вместо после used to стоит существительное. And I get used to this schedule. Я привыкла к такому расписанию. Вместо be я здесь поставила get, что тоже возможно использовать. Смысл фразы при этом не поменялся. И привыкла делать что-либо. Get used to doing something. Привыкнуть делать что-либо. This phrase shows that something is being done regularly or habitually by someone. Эта фраза показывает, что что-то делается регулярно или постоянно на постоянной основе кем-либо. We are used to appealing artificial intellect for solving some problems. Мы привыкли прибегать к искусственному интеллекту для решения каких-то проблем. My son gets used to playing computer games. Мой сын привык играть в компьютерные игры. Или I'm used to getting up early. Я привыкла рано вставать. Везде вы видите, что желтым цветом выделена как раз эта фраза. После глагола used to я использовала глагол с инговым окончанием. То есть делать что-либо. Процесс. Окей, okay, how to make sentences. Как делать предложение, да? Affirmative sentence, повествовательно. Мы ставим в начале предложения подлежащее, соответственно. Потом идет be или get, глагол. Вы можете любой ставить, или тот, или другой. Но имейте в виду, что be мы спрягаем, да, в зависимости от лица am, is, are. Дальше идет used to. Потом, если вы к чему-то привыкли, то существительное или местоимение. Если делать что-то привыкли, значит глагол с инговым окончанием. Как видите, все просто. Нужно просто запомнить вот эту схему. И примеры. She gets used to working alone. Она привыкла гулять одна. My friends get used to living in the village. Мои друзья привыкли жить в деревне. Kevin is used to smoking a lot. Kevin привык много курить. We are used to this job. Мы привыкли к этой работе. She is used to paying in cash everywhere. Она привыкла платить наличными всюду. Отрицательное предложение. Построение предложения почти точно такое же, только мы добавляем частицу not. Если у нас глагол был to be в предложении am, is, are его формы, то мы частицу not добавляем к нему. Если у нас был глагол get, то, соответственно, мы к нему не можем уже добавить частицу not. Мы берем вспомогательный глагол времени в настоящем времени. Это don't и doesn't. Ну и примеры. Kevin isn't used to speaking a lot. Кевин не привык говорить много. We aren't used to this job. Мы не привыкли к этой работе. She isn't used to paying by credit card. Она не привыкла платить кредитной картой. She doesn't get used to working alone. Она не привыкла гулять одна. My friends don't get used to living in the village. Мои друзья не привыкли жить в деревне. Как видите, это несложно. То есть, если вы знаете правила, как добавляется отрицание, в каких случаях, какому глаголу, то здесь все легко.
And interrogative sentence – вопросительное предложение. Типы вопросов у нас бывают разные. Вначале я вам говорю, как строить общий вопрос. То есть, если у нас на первое место прыгает вспомогательный глагол, да, это общий тип вопроса. Если у нас на первом месте стоит вопросительное слово, то это специальный тип вопроса. На общие вопросы мы отвечаем кратко, на специальные мы отвечаем полным предложением. И также все зависит от того, как у вас строилась сама фраза. Если у вас был глагол to be во фразе, вы выносите его вперед. Если был get глагол, то мы выносим do или does, потому что get не может сам прыгать вперед, он у нас, так скажем, слабый глагол. И если у нас вопросительное предложение, то есть тип вопроса специальный, то мы еще раньше ставим просто вопросительное слово, любое, которое нам нужно по смыслу. И все, дальше у нас подлежащее, глагол used to, с инговым окончанием любой смысловой, и все, что осталось в предложении. Окей. Are they used to wearing uniform at work? Они привыкли носить форму на работе? Ну, мы можем ответить yes, they are, или no, they aren't. Да? Is he used to this job? Он привык к этой работе? Yes, he is, no, he isn't. Are you used to being in a hurry? Вы привыкли торопиться? Yes, I am, да, я привык. Или no, I'm not. Нет, я не привык. Do you get used to glasses? Вы привыкли к очкам? No, I don't. Нет, я не привык. Do your friends get used to living in a village? Ваши друзья привыкли жить в деревне? Мы можем ответить yes, they do. Или no, they don't. Да, соответственно. Does he get used to smoking? Он привык курить? Yes, he does. Да, он привык. Окей. И если у нас специальный вопрос. What do you get used to? К чему вы привыкли? Тут, соответственно, мы уже не можем, да, ответить да или нет, мы отвечаем полностью. Там, я привык, к, например, к такому виду чая, там, пить чай с молоком, например. What are they used to wearing at work? Что они привыкли носить на работе? Where do your friends get used to living? Где привыкли жить друзья, ваши друзья? И так далее. Вот и все. В принципе, совсем даже не сложно, главное понять принцип и запомнить, что зачем идет в этой фразе. И сейчас минутка практики. What does he get used to doing? К чему он привык? Что он привык делать? Придумайте предложение. Перед вами картинка. Как видите, вот под цифрой 1. Тут циферки у нас даны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 предложений у вас получится. Что он привык делать? Или наоборот, не привык, если у нас тут перечеркнуто, да. Включайте воображение, ставьте на паузу, делайте задание. И вот должны были получиться примерно такие у вас предложения. Simon gets used to smoking a lot. Он привык много курить. He is used to doing yoga every day. Он привык заниматься йогой каждый день. He isn't used to watching TV a lot. Он не привык много смотреть телевизор. He is used to living in a flat. Он привык жить в квартире. He gets used to eating spaghetti every day. Он привык есть спагетти каждый день. He is used to wearing glasses. Он привык носить очки. And he gets used to driving a car. Он привык водить машину. Okay. Now make your own sentences of what you get used to doing or don't get used to doing. А теперь сделайте свои собственные предложения, к чему вы привыкли или привыкли что-либо делать. Либо не привыкли что-то делать. Напишите свои примеры в комментариях. Я посмотрю, почитаю, будет интересно. Окей, okay. See you next time. Bye-bye.